думаю, что самый лучший способ узнать о режиссере — это посмотреть его фильмы. А самый худший способ — это взять интервью у этого режиссера. Тем не менее, другого способа общения с режиссером пока что не выдумали. И мы хотим задать вам несколько вопросов. Давай, задавай. Я хотел спросить вот о гранате, который все время у вас присутствует в ваших фильмах. В виде крови, либо в виде... Он черный, иногда бывает белый, этот гранат. Ну, по-моему, они случайно попадают на пути к эпизоду. И попадают, превращаются в символ. Нет, и мы перебьемся. Потом. Когда выйти? Давай. Можно? Да. Сергеевич, можно выходить.